К сдаче готов. Новый мост через судоходный канал в Балаково введут в эксплуатацию уже через несколько дней. Он станет самым дорогим объектом дорожной инфраструктуры региона. На его строительство были затрачены свыше 5 миллиардов рублей. О том, как идут последние приготовления, расскажет Анастасия Куклева. На мостовом переходе через судоходный канал в Балаково кипят последние перед сдачей работы. За ними со стороны наблюдают местные жители. Они говорят, ввод в эксплуатацию нового моста позволит навсегда решить проблему пробок. Восхищены объемы работ, конечно. Идея хорошая, отличная идея. И нам на дачу теперь будет близко ездить. 8 километров отрежутся. Ездили через весь город, а теперь раз и в Приморье. Первый камень строительства этого моста был заложен еще в далеком 2003 году. Однако из-за отсутствия финансирования сроки возведения мостового перехода несколько раз переносились. При поддержке Вячеслава Володина в 2009 году строительство объекта начало набирать обороты. Сейчас этот мостовой переход стоимостью свыше 5 миллиардов рублей считается одним из самых дорогих объектов дорожной инфраструктуры области. Для такого моста, конечно, большие объемы. Тут заложено, наверное, я не знаю, что, но очень много заложено. На перспективу, наверное, вот видите, это много полос вроде для районного центра, но все равно большой мост, очень большой. Ну и, наверное, надежность еще. Сколько бетона, сколько металла, да еще какой толщины. Качеством строительных работ остались довольны специалисты Ростехнадзора. Недавно на мосту они провели необходимые испытания. Поэтому формально мостовой переход, как инженерное сооружение, считается сданным. Теперь осталось дело за малым. Благоустроить прилегающую территорию и установить освещение. У нас сегодня нет никаких сомнений в том, что мы ведем мост в этом году. Мы обеспечим проезд. Что касается инфраструктуры, опять же, возвращаясь к благоустройству, еще какие-то вещи, да, ну, мы разумные люди, должны подходить разумно. Не надо же в снег, в грязь закапывать деньги, и причем они не влияют на вот, для обеспечения проезда. Как только наступит мороз, они нам позволят, ну, не нанося такой ущерб красоте, которую мы построили, сделать благоустройство. Если формально мост сдан, то официальное открытие переносится с 30 ноября на первую декаду декабря. Коррективы внесла погода. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.